И на третье место кору тополя, черного тополя. То есть кору тополя, который не пускает пух. Это черный тополь называется. Его кора немного темноватого цвета. Так вот, заваривают это следующим образом. Это все безопасно. Считается, что в случае, если взять стебель кукурузы, стебель амаранта или стебель или кору тополя черного и заваривать 1 столовая ложка на пол-литра воды, доводить до кипения и после этого настаивать 15-20 минут и после чего применять, то считается, что это может активно увеличить рост человека. Вообще говорят, что рост человека действительно можно активировать, если человек принимает вот такие лекарственные растения. Попробуйте, пожалуйста, если вам это необходимо, попробуйте и такой метод. Несколько слов еще об амаранте. Оказывается, у амаранта необычный лист. Когда растет амарант, то у амаранта есть лист и подлиственник. И у листа и подлиственника, то есть большой лист сверху, и под ним растет обязательно маленький. Из-за того, что это растение находится и родом из Бразильской Америки, то оно настроено на то, чтобы недополучать влагу, потому что там жарко. И когда это растение быстро растет, в случае, если ему не хватает влаги, то он сбрасывает большой лист и оставляет маленький. Вот этот маленький лист, который находится под большим листом, он очень полезный. И в случае, если второй маленький листик сушить и собирать, то он очень имеет ярко выраженное, успокаивающее, седативное действие. Помогает человеку успокоиться, очень помогает желудку справиться с заболеваниями, синдром раздраженного кишечника. Очень мягкое седативное средство имеет, очень ярко выраженный, такой кукурузный, очень вкусный, даже немного сладковатый вкус. Ну и считаю, что само по себе зерно амаранта является удивительным и мощным стимулятором иммунитета. Всем известно, что из масла амаранта добывают знаменитое противоопухолевое вещество, которое называется сквален. И поэтому могу сказать, что само по себе это растение недооценено в наше время. И я считаю, что из него можно было бы изготавливать очень большое количество всевозможных, в том числе изучать его, изготавливать разные препараты. Кстати, корень амаранта действует как самая настоящая виагра, так как в корне амаранта находится большое количество азотсодержащих веществ.